связи МК Баски. Сегодня мы продолжим с вами проходить интересную, прекрасную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру довольно неплохую и интересную под названием Hearts of Iron IV. Это вот уже с вами 18-я часть прохождения за мощный сильный союз нерешимых республик свободных, навеки сплотивший Великую Русь. И осталось нам еще совсем недолго. Ну как бы уже 48-й год наступил, но мы будем с вами продолжать после 48-го года, поскольку эта игра предоставляет такую возможность нам. Это же не Европка, это же не Виктория, где автоматически все заканчивается без выбора, возможности выбора положения. Тут такая возможность есть. Так что мы продолжим до самого конца, пока не переустроим весь мир на коммунистических началах. Так что спокойненько продолжаем. Сейчас нам скажут как раз про это и скажут. Скорее всего, ачивки отключат. Сейчас посмотрим, что будет у нас. А, все. Вот просто так. Или там до конца 48-го. Я просто не помню, это было очень давно. Я играл. Но 48-го она, по идее, заканчивалась раньше. Так что пока есть время, есть возможность, пока еще не выскочила, ждем. Ну и попутно делаем то, что хотели сделать. КПВ. А у вас фокус сохранился, кстати. Да, 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 вообще здорово. О, вообще здорово. Угу. Бразилия. Боливия, Чили. Чили, остановись на пульте коммунизма, пока вас не растоптали нахрен кедрение фини. Ну, все равно вас растопчем. Возможно. Не знаю, посмотрим. Венесуэла, 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 Венесуэла. Венесуэльский бобровый. Хороший сыл. Дерется делать в Венесуэле. Угу. Монти Пайтон. Угу. А, венесуэльский бобровый. 60 дивизий. Да мы из вас сами сделаем венесуэльский бобровый сыр. У нас только плохо все, погодите. Сколько? Только стоп. Паза, 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 паза. Ну и сразу все наверх. Правильно все. Все правильно. Проблем с нами. Потому что тут 15 дивизий держат французы. Не знаю, от кого против кого их держат. Если проблем с истощением нет. 14 дивизий в одной точке, ты больной ублюдок. Но с ними, конечно, будет поинтереснее. Потребуется гранатомет, чтобы прорвать их задницу. Понаспавнили тут армию. Но это нам не помешает. Последний оплот фашизма. Ну, Перу еще. Учительное собрание. Ну, хорошо, мы учили собрание. Зато выбор есть. Нормально. И останется здесь кто? Доминиканская республика. Опа! Еще такой взгляд косой. Опа! Типа сюрприз, мы за пока. Еще усики. Закосом под одного персонажа. ПД. Партия Доминикана. Про Доминикана. Что я решил, типа я прав. Парагвай. Коммунистические и демократические. Республика, ну, какая-нибудь там, федеративная. Ну и Парагвай какая-нибудь. Хрен знает. Ну ладно, суть важно. Ротфронт Парагвая. О, хорошее название, чего, почему бы и нет. Ага. С Боливией мы разберемся. Каяли. Жалко, что здесь нельзя Инкскую империю возродить. Ну, весело. Январь, февраль, март, апрель. Апрель же, да? Да, 6 апреля. О, 98%, значит, я был прав. Все-таки оно поднялось. Давайте до сотки так поднимем. Последний раз. Угу. Оно работает все-таки. Эквадор! С вами что тут у нас? Мало, чтобы Францию никто не призвал. Я призывать не буду. Надеюсь, они не будут. Савоя. Савоя. Могли бы дать выход Австрии.
Да-да-да, смерть фашизма. Они поплатятся. Мы что-то закупаем? Нет. А, не на ту ветвь нажал, ну да ладно. Ну да ладно. Февраль, март, апрель, 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 апрель. Останется Венесуэла. Ну, в принципе, план стандартный. Венесуэла, Эквадор, тут и Эквадор, Перу, Боливия, Аргентина, Парагвай, возможно, Уругвай, Чили, потому что горная страна, лучше отсюда начинать. Ну а потом Бразилия, как последняя страна тут. Ну а тут начали Куба, потом вы, потом вы. Тут, ну, я думаю, Швейцария, потом Албания, Греция, потом Сауды, потом Йемен, Оман. Ну и с вами тремя разобраться, неважно в каком порядке. Ну и все. Весь мир наш. Почему бы нет? Би-би-би, чё? Ни хрена лжили стали. Да, тут у вас много колоний. Много, много. Самое прикольное, что Индия не имеет претензий на эти земли. Угу. Забыли все. Китай-то помнит тут. Они не помнят. Гуанчжоуань, Гуанчжоуаньирол, Гуанчжоуаньирол, да нет, это Гуанчжоуаньирол, да? Гуанчжоуань, да, все правильно, легко произносится. Попробуйте поуговаривать, сломать себе мозг и язык. Так. Гуанчжоуань, Гуанчжоуаньирол, Гуанчжоуаньирол, да нет, это Гуанчжоуаньирол, во, так еще лучше. Гуанчжоуань, да. Производство самолетов. Нахрен вам самолеты в Таиланде. Оман, Йемен, Йемен, Оман, но Йемен, Оман, Йемен, Оман, Бахрейн и Катар. Вечных путыш. Катар, по-моему, Бахрейн, да? Катар, катаракта. Бахрейн. Почему тут городов-то нет? Угу. Да, наверное, так, Катар-то. Кстати, планируют построить канал, отделить его от острова. Угу. Есть такие планы. Февраль, март, апрель. Как это нудно? Ну блин, я говорю, мы реально уже контролируем весь мир. Великими державами считаются... Великими державами считается Польская Народная Республика. Но это уже, по-моему, достаточно. Чтобы сказать, какого хрена. Французская коммуна. Весело. С Францией надо что-то делать. По сути, все те же страны просто покрашены в коммунистический цвет. Только... А, вместо Великобритании Польша. Они выдвинули претензию на нашу территорию. Ну да. Пусть удвигают. Их трудности не наши. Пшеч, пшеч, голову с плеч. Так же ведь? Так. Что там с турками? 32 дивизии, 439 миги. Какой миг? Угу. Качаем потихонечку. Угу. Применять уже не будем, мне просто влом. Главное сейчас добить весь мир. Ну тут уже это нам не помешает. Можем забить спокойно, наслаждаться всем.
Ога, заслуженный отдых. Венесуэла. Венесуэльский бобровый. Давай, давай, давай. Стрелочками ее обвожу. Блин, так хорошо получалось. Да, вот Венесуэлу надо ее растоптать. Нет, зачем растоптать, просто принести коммунизм. Освободить их от диктатуры. Элиазара Лопеза Кантарераса. Какой ужас. Кабинет министров. Нормальное название для политической партии. Кабинет министров. И все понятно, да? Типа ББСП. В Пшечи. Да, наверное, это мы отдадим Эквадору. Конечно, это вас сильно не ослабит, но Эквадор... Да Эквадор, в принципе, не сильно уж усилит, но все же, все же. Арекипа. Можно от вас вот это все оставить, да? А это, например, план проспект передела отдать Боливии. Ну или Бразилии. А, ну и все, вот от вас останется до региона. Но нет, но нет. А, от вас вот все вот регион останется, этот и этот, получается, нормально. Хороший план. Март-апрель, сейчас начнется шумиха. А с вами когда? Куда? Туда. Опа, 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 опа. Вообще беспалевные, беспалевные, беспалевные. На фашизм было 22% в прошлой части, я это помню. 5 июня. Вы же пошли на демократию. Чё это у вас так? Роджер Масон. А, масон. А, ну раз масон, тогда все понятно. Вопросов не имею. Операционное разрушение. Они взаимоисключающие были? Да нет. Ну ладно. Не буду панамского канала. Чего? Чего? Вы чё, сломали панамский канал? Вы чё, дауны? Блять, тупые суки, ну блять. Это капец. Короче, мы же отдали им по каналу, типа, да, это достояние панамского народа, пусть панамский народ процветает, контролирует напрямую панамский канал. Знаете, что эти дауны сделали? Они его сломали! Нахера? Скажите, нахера вы это сделали? Это как-то уже насрать, но, блин, это для вас такая возможность развиваться была. Потому что через вас ходили бы. Дебилы. Дебилы. Ну ладно. Дауны. Реакционеры долбаны, с палками, дубинками потом будут бегать. Ну вот нахера вы его сломали? Вот, ну просто объясните, мне как-то похрен. Мне это никак не мешает. Нашим врагам это тоже, в принципе, никак не мешает. Просто уже, как бы, он нам не нужен, мы вообще не пользуемся. Мы его отдали им. Ну блин, ну нахрена, ну просто скажите, нахрена вы это сделали, дауны? Дегенераты, блядь. Нет слов. Они просто сломали панамский канал. Молодцы, молодцы. Премия Дебил Года уходит в Панаму, в свободную панамскую коммуну. Лиссандро Монтес. Как может быть таким дауном? Так, мы призываем, понятное дело, Колумбию. Без нее мы ничего тут и не сделаем. Тут я, наверное, рожь его. Внимание! Спасибо за внимание. Хотя бы другой посмотрим на реакцию. Мы больше призывать. Ну а кого? Штат призовем. Почему бы нет? Францев. Можно. Начнется. Стоп, не надо лагать. Не надо лагать. Ай, ай. Да, Монголию обязательно надо призвать. Почему эти дауны призывают Монголию? Зачем? Выходим! Выходим!
фигурки. Выходим! Угу. Тесните их нахрен. А вы что, не стали тут нападать? Не хотят, ну ладно. Мы отсюда зайдем. Там просто держать линию фронта, чтобы они не прорвались. Да, Корею надо призвать обязательно. Корея тут поможет. Очень сильно поможет причем. Точно. Такс. О да, Испания тут тоже поможет. Ну типа, чтобы Испания дала санкцию, ибо ее бывшая колония, типа, или чё? Готов? О да, пытайся рашить. Готов. Готово, готово. Слушаю. Готов подвигаться. Угу. Готов подвигаться. Выходим. Там одна армия, да? Ну там другие сейчас подойдут. Можешь спокойно заходить. Месть Венесуэле, потому что эти дауны посылали добровольцев во все страны, с которыми мы воевали. Так что можно начать разбираться с ними. Выходим. Ага. Мирно. Все, морскую тактику все изучили. Блин. Загораживайте. Так, исследование. Исследование, исследование. Угу. Так точно. Так точно. Идем, идем. Идете, идете. Выходим! Угу. Входим и уходим. Вообще на изи. Так точно! Ну все, победа. Легкая и простая. Угу. Все. Захватывать мы ничего не будем. Просто добро пожаловать к Коминтерн. Хотя могли бы наказать их за те приколы. Да. Отлично, ось готова. Коммунистическая интернациональная Венесуэла. Да. Во главе с Джоан Батиста Фейнмайер. Коммунистическая партия Венесуэла. Марксизм. Здорово, 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 хорошо. Слушаю. Слушаешь. Так. У нас аж две армии образовалось. Эквадор! И вторая там армия так была. Точно. В чистом виде. Перу. Ого. Кого там опустить можем? Люблю опускать. А. Капскую коммуну присоединить. Не надо. Не надо присоединять. Пока не надо, пока не надо. Есть у меня одни идейки тут. Угу. Ну все. Апрель, май, июнь. А там уже Швейцарланд. Эквадор. Албания. Греция. Все, потом Сауды здесь. Йеменоман, вот эти три дрочи, и все. Тут коммунизм победил везде. Окончательно и не безусловно. Ну поставьте кого-нибудь балды. Почему бы нет? Еще работает. Поддержка Китая. Да, Китай мы хорошо поддержали уже. Ну да, 93%. Почти продавили. Там еще действует. Еще месяц. И будет стабильность сотка. Можно было бы это и раньше сделать.
Среди последних событий никто там в коммунизм не ударился. Чили, у вас шансы есть. КПЧ. Да может спасти вас от сожжения, создания статуса марионетки. Может и не спасти. Посмотрим. Фу, на Кубе вообще... А, ну да, там же нет фокуса. Они же его просрали, они его сделали еще когда они были капиталистическими. В итоге фокус пропал. Недоработочка, можно было бы поставить просто по уровню влияния зависело под текущей политической идеологии в государстве США. Это было более правильно, на мой взгляд. Эй, заснуть можно. Побыстрее никак. Да, склады у нас вообще топовые. Весина. Апрель, май, июнь. Какого июня хотя бы? Сговорите улучшать отношения 5 июня. Окей, разберемся, это не проблема. Эквадор, Перу, Боливия, Парагвай. Ну, пока трогать не будем. Не будем коммунистический ЛБШ. Очень хорошо. Кстати, чувака с морской доктрины можно перекинуть на авиационную. У нас же поддержка с воздуха стоит. Нет, да, нет. Да, нет, да. Нет. Так что просто чувака какой-нибудь на доктрину можно прямо сейчас поставить. Если есть такой. Угу. Экономику больше никто не закрывал. Ракеты развиваем. Никто не хочет закрывать. Италия ограничила. Польша великая держава. Более великая, чем Балканский союз. 123 дивизии поляк. Охренеть, поляки отжигают. Магнат. Евгений Шкветковский. Март, апрель, май, июнь, 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 июнь. Эквадор. Эквадор, Эквадор, Перу. Боливия. Аргентина, Уругвай, Чили, Бразилия, Парагвай. Хоть что-нибудь качайте просто. Не пропадать же добру. Прогресс технологический должен продолжаться, должен. 100% стабильности. Изи. У нас проблемы с рекрутами. Ну-ну. Вот это можно убрать. Смысла уже нет. Чита. Чита-дрита. Это я оставлю. Так, точно! Это капец. Хоть половину куда-нибудь снимите, отведите. На всякий случай. Угу. Выходим! Май, июнь. Угу. Ну, объяснение такое, что просто мы уважаем швейцарский статус нейтралитета. Ну, швейцарские рабочие всегда и были сторонниками нейтралитета, так что мы никто не будет против. Мы еще не нарушим, если швейцарские рабочие возьмут власть в свои руки. Попробуйте как-нибудь этому возразить. Невозможно. Прикольный блеск на заднем фоне. Который зависит от того, как мы смотрим. Музыка прикольная, победная. Все, мы победили, типа. Угу. Весь мир коммунистический. Угу. Парагвай вступит в Коминтерн, когда мы до него дойдем через границу. Швейцария. Собрались. Так, Эквадор.
Албания. Десять и сорок чего-то дарили, что ли? Чего так долго? Дорого. Так, настоящая Швейцария. Что призываем вас? Вас. Францию не призывайте. И я надеюсь, других хватит мозгов не призывать ее. Все, наступайте. Я готов. Здесь так не сложно. Мирно. Нация. Слушаю. Изи. Изи, изи. Кто Францию призвал? Францию же? Суки тупые. Если из-за вас они что-нибудь сделают, я вас кастрирую. Потому что они сейчас их продают сразу же. Если они сделают марионеткой, то мне придется наказать Францию прям сразу же. И остановить наступление коммунизма. Дайте угадаю, Монголия? А, Корея, ну да, тогда. Ничего, это я. Корея, конечно, тут реально сыграет роль. Потому что Монголия какая-то. Я готов. Ну, все понятно. Монголия. Франция 4%. А, ну да, да, Монголия. Знаете, это серьезно. Это очень опасно. Все, кап. Изи. Быстро мы ее сжали. Ну еще бы, у нее тут не было шансов нужных. Да просто убрали капиталистов. Ничего. А, ну Испания, да-да-да, конечно. Слушай. Как получилось? Я боюсь, что сейчас ее французы к себе могут забрать. Будет очень обидно. Ладно, посмотрим, что сейчас будет. Если французы что-нибудь попытаются сделать, я их шлепну. Я предупредил. Да, весь мир уже когда мы победили, хоть сейчас. Сделать монетки. Фух, пронесло. Мы рисковали. Все, мы сохранили Швейцарию от возможной агрессии, принесли в Швейцарию коммунизм. Здорово. Какие-нибудь народные кантоны будут называться, да? Нет? Объединенные кантоны. В принципе, блин, я помню, когда ты делаешь все это. Ура! Мы принесли в Швейцарию коммунизм, объединенные кантоны во главе с Фрицем Платтеном. Политическая партия Швейцарии, марксизм. Здорово, здорово, здорово. Хорошо, хорошо, хорошо. Угу. Все, с Европы разобрались. Остались Балканы, по сути дела. Если их отдельно рассматривать. Албания, ну я даже не знаю, это будет очень тяжело. Это так опасно, я не знаю, справлюсь ли я.
Я же на Албанию поставил уже. А, туда. Туда. Эквадор. Эквадор. Та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та. Две дивизии, очень опасно. Федерико Паэс. Прикольная мордашка. Солидно, присолидно, строго. Угу. Так. Ну что там? Ну что там? Ну что там? Что там? Что там? Что там? Ничего хорошего. Ничего нового, ничего нового, ничего нового. Эквадор. 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 До какого числа? 8 октября. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Подготовка. Не застраиваем. Польшу не застроили до сих пор. Ай. Полякам нужны дороги. Все это знают. А, это наша земля. Ну, построили, почему бы нет. Даже завод построили. Угу. Улитка. Ну, кстати, реально, как улитка выглядит. Желание можно увидеть еще котейку, которая грызет рыбку. Так, Макс, не надо, а то тебя посчитают шизофреником. Ну, вообще-то реально можно следить. Если постараться. Это нудно, это самая нудная часть процесса. Оправдание войн во всех играх от парадоксов — это очень нудная часть процесса. Вспомните Викторию. Ну там-то еще геморрой. Тут-то хоть ты просто ждешь, проматываешь время. Там-то тебя еще постоянно оправдаю. Войны замахивают. Такого нет, к счастью. 3,42%. Про Польшу уже почти все забыли. Французско-швейцарскую войну. Поздно, поздно. Штатам. Ага, вас объявление войны Либерии — это самое агрессивное, что было в мире, да? Объявление войны, ну, Японии. В общем, ничего интересного. Напряжёнка. Ладно. Это все, конечно, интересно, но надо тупо ждать. Октябрь. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. И Эквадор станет коммунистическим. О, а вы дауны. Я же вам стирал приказ. Ставил сюда. Ну ладно, еще раз. По-моему, все это уже было. Что-то подозрительно. Ладно. Вот она, да, правильно все. Ну, здорово. Эквадор, Эквадор, два города. Гуякиль, Кито, и все. Коммунизм. Добро пожаловать в коммунизм. Угу. Эквадор у нас какой? Демократический. Перу. Фашистская. Бразилия нейтральная. Боливия. Как бы нейтральная, нейтральная. Демокра... Появилась социалистическая республика Чили. Здорово, во главе с Карлосом Контрерасом Лаборка. Здорово, здорово. Коммунистическая партия Чили, коммунизм, марксизм. Хотите в альянс? Ну тогда... Ладно. Это хорошая новость. Пожалуй. Если что, потом войну все равно на них скудим. Зачем? Чтобы сделать марионеткой. Конечно же, зачем еще? Угу. Ан-62-Т. Хоть что-то исследует. Угу. Ну сразу нельзя показывать ту единицу, которую надо заменить.
Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Есть у меня одна идея, я потом, может быть, ее опробирую. Ну, это уже на следующее прохождение. Можно просто момент взять, ускорить, но если чего важного не будет происходить, я потом как бы показывать тот момент. Когда уже начинается какая-то движуха. Ну ладно, сейчас я это делать точно не буду. Миллиона с половиной. Если тебя хорошая. Спать хочется. То нормально все. Так, Рио Гранди. Досул. Народная республика Чан Мэй. А, народный Мэнчианг, точно. Мэнчианг. Ксингуяинг. Сюда даже еще не ходили. Ой, моя, что это было? Карта крутилась. Вы видели? Эта карта крутилась. Прикольно. Ничего, скоро август, сентябрь, октябрь. Оп. Одну дивизию тренирует. Оп, две дивизии. Вот это вообще весело. На верблюдах уж сидели бы тогда. С вами вообще не проблема разобраться. Красная Иордания всех сильнее. Четыре дивизии, круто. Всю страну. А с Ираком что? Ой, с евреями. Пятерка, чё? Чё это за факт? А, предкомиссара? Пять дивизий. Читак, оп. Фокус не задан. У них население, кстати, одинаковое, кстати. Только даже у Иордании покруче, у них-то ячеек побольше доступно. Но они там через фокусы шли. С вами надо разобраться. Франция, где ты свои войска держишь? Сколько у тебя с твоей зигзи? Ох, ёптая. Знаешь, не все ваши. Ну нахрен. Да, с Францией, конечно, разбираться будет весело. Ну, можно разобраться. Мы сейчас так, наверное, задачно подумали. Чего он говорит? Она и так наша. Ну, не совсем так. Можно сказать, что не совсем. Пуату. Шишки тат. Ух, ёпта. Пуату, столько дивизий. Чё-то подрубают. Август, сентябрь, октябрь. Блять. Это ж в ноябре будет, да? Я что-то сбился уже со счета. Или в октябре. А, в октябре. Август, сентябрь, октябрь. Ну, скоро. И с вами что? С вами декабрь. С вами вообще в январе. Ну ладно, давайте тогда в этой части разберемся, пожалуй, с Эквадором. И будем ее заканчивать плавненько. Переработка каучука. Я переработаю. Коммунистические штаты Америки. Хорошая территория. Могло все бы это быть нашим. Если бы
определенные чиновники и садовники Российской империи вовремя здесь подсуетились. Это отдельная история. Ой, блин. Напугал. Телефон разрядился. Время не контролирую. Ну ничего, я сейчас говорю, разберемся с ними, с эквадорцами, и все. Потом с Перу. Ну, здесь, если вот... У меня два сценария продвижения. Первый это сейчас здесь вот Эквадор, потом Албания, потом Перу, потом Греция, потом Боливия, потом Аравия, потом Аргентина, потом Йемен, потом Уругвай, потом Оман, потом Парагвай, Чили, посмотрим на их поведение, скушаем их, возможно. Ну, вот это все, весь мир красный. Белых и каких-либо других территорий здесь нет. А, ну про вас, конечно, что-то я забыл про вас. С вами тоже разберемся. Просто туда высаживаться надо. Не то чтобы мне это влом. Но всегда успеем. 4 дивизии, опасно. Кого опустить можем? Да, пшечь. Остаться присоединенным Марионетке. Правильное решение. Угу. Все больше и больше интеграция. Два. Усо. Эквадор. С Бразилии потом надо. Сколько у нее дивизий? А, Бразилия недееспособна, у нее манпауэра полно. Как она у нее военных заводов? Что-то они даже не стараются. Какие-то вы тухлые. Зато самолеты делают. Ух, ни хрена они самолетов тут понаделали. Охренеть. Даже у Китая столько самолетов не было. Блин. Я сейчас реально засну, пишу очень поздно и очень уставший. Ну ничего, война с Эквадором нас взбодрит, мы с ним разберемся, все будет хорошо и все будет здорово. Так ведь? Так ведь. Так ведь, так ведь, так ведь, так ведь, так ведь. Ах, да, это пипец просто, это просто пипец. Эквадор, таран-та-та-та-та-та-тара, САСШ Эквадор. Забить эту песенку. Может быть, не в интро вставить? А может, я ее уже вставил, я не знаю, я подумаю. Идея хорошая, просто последовательность. Вы уже интро видели, потому что смотрите это после того, как все это обработаю и выложу. И вы знаете, что я там вставил или не вставил. А я-то пишу начале видео, а потом уж я при его обрабатываю, вставляю интро и прочее-прочее. Так что я еще не знаю, но вы уже знаете. Вот такой вот парадокс во времени. И пространстве. Эквадор. Хотя нет, наверное, не буду вставлять. Все-таки у нас не прохождение за Эквадор. Вот когда будет прохождение за Эквадор, я стопудово это буду вставлять. Хотя подумаю еще раз, говорю. Ну, я ничего не обещаю, но не исключаю. Октябрь. Какого октября? 6, 5, 8. Цифры, пожалуйста, цифры 8. Фредерико Паэс. Костюмчики у них прикольные. У всех этих больше стран. Испанских колоний. Ну, здесь я имею в виду Южной Америки. Конечно же, но и тут тоже прикольно были. Все везде прикольное в какой-то степени. Эквадор, добро пошел с коммунизм. Фабрику, ну давайте по порядку идти. Присоединенная, присоединенная, Марионетка просто. Люксембург, а что я там построю? Кстати говоря, уже могу поставить фокус подавления этих самых. Пусть будет потихоньку падать. А что я у вас построю? У вас-то все построено, я смотрю. Фабрику можно. А, строится. Я базу максимально запендюрьте. ПВУ ложку.
Угу. Чего? Я не забрал их? Че, я серьезно не забрал Азорские острова? Хер с ним. Ах, не так уж и важно. Оп-оп-оп. Это будет очень тяжелая война, я не знаю, как я справлюсь. Кого вы призвали? Монголию? Вообще это надо спрашивать у нас. Мы лидеры войны. Зачем вы их вызываете? Да, Монголия вот реально поможет. Ну типа монгольцы, да, конечно, мы с вами, мы участвуем. Смысл им представлять себя. Да, мы везде с вами, мы все свои, проблем нет никаких. Блин, да факт-то какой смысл? Смысла точка нет. Смысла точка нет. Зачем? Советский канал. Внимание! Нормально. Готов подвигаться. Все. В Эквадоре коммунизм. Да. Изи. Колумбия капитулировал. Эквадор, добро пожаловать в Коминтерн. Добро пожаловать в коммунизм. Экваториальная социалистическая республика. Какая нахрен экваториальная? Это здесь она что ли расположена, что ли? Вот для какой-нибудь экваториальной Африки, вот экваториальная социалистическая республика, может и здесь все создать. Да. Это еще был бы имелся. Ну ладно. Как перевернули, как написали, так написали. Мариано Запата, а чувак, точно такой же. А, нет, другая фотка. Мариано Запата, здорово. Коммунистическая партия Эквадора. Антиревизионизм. Ну, стандартно, смотрю, везде эта тема. Дальше присоединенное Мариане от Люксембург мы застраиваем. Бельгию мы чуть-чуть не допустили. Постройте в Бельгии. Бельгии по-любому нужна авиабаза. Тут авиация, да? Кто там дальше идет? Чехословакия, точно. А. У вас дорог нет. Вам поможем. Угу. Так, ну все, осталось совсем немного. Так, стоп, эту армию это тоже подвинем. А, не так. Сейчас вот так вот. И наступление тоже сюда. Или все-таки давайте какого там декабря, в декабре все это будет. Албания. Январе, октябрь, ноябрь, декабрь. Не знаю. Ну ладно, гулять-то гулять. Давайте с Албанией разберемся и хватит на сегодня. Нас потом спросят, что игра закончится, хотим ли мы продолжить. И все. Если ничего не меняли, конечно же. Ну, с Албанией будет разобраться вообще не сложно. Не шибко серьезная страна. Угу. Оп, на фабрику присел. На трубу фабричную. И дымок оттуда. Блин, капец, я угораю с них. Где дивизии? Ну, блин, это будет сложно. Но я кстати, могу без кровопролития зайти. Угу. Мирную экономику можем внедрить. Безоружную нацию. Чисто такой троллинг. Ну все, коммунист победил, смысла в армии нет. А да, если весь мир наш. Ага, типа того. Шутка не шутка. Угу. Шутками шутка чем.
Сентябрь, ноябрь, давайте, быстрее, побыстрее, побыстрее, быстрее, быстрее. Опа, кого мы можем понизить? Так, вкладка. Да, присоединила марионетка теперь. Ну, по сути дела, что значит вот эта политика? Были марионетки, да, мы там создали полноценное коммунистическое правительство на основании местного народа, определенное, понятно, по нашему влиянию. Потом мы переводим в статус присоединенной марионетки, что постепенно происходит интегративный процесс, внедряется наша администрация, они принимают наши институты, туда отправляются наши советники, они постепенно изучают русский язык, приобщаются к советской культуре, и это уже статус присоединенной марионетки. И дальше уже полное на основании всенародного референдума вхождение в состав Советского Союза на правах Советской Социалистической Республики. И так мы приведем весь мир к этому. Вы можете сейчас подумать, но есть же пара стран, которые просто присоединились к нам и марионетками не являются. Я думаю, что с ними мы тоже разберемся. Хи-хи-хи-хи-хи. Есть у меня тут пара планов. Но я не буду говорить, какие это страны будут. Это точно не вот эти вот две страны. Не-не-не-не-не, ни в коем случае. Они друзья наши. Это точно не Корея. Не-не-не. Да, это точно не они, кстати. Как Эфиопия там поживает с таким-то мэнпауэром? О, охренеть, 63 дивизии. Всеобщая мобилизация. Раз, КПД. Самолет производит. 21 самолет, производство самолета. О, да. Эфиопцы стараются производить самолеты, ну, производят как могут. Так что надо, может быть, стоп. Все-таки надо это прохождение завершить, опять же, политика такой вот, мирная интеграция, никакой агрессии, ничего нету. Да, антиполитический коммунизм. Так, что там дальше у нас идет на подходе? Присоединенная к ЗЭЧ мы начали застраивать, ПШЭЧ тоже. О, Австрия, точно. Австрия, хотите пару фабрик? Можно сказать, что мы пока застраиваем, их постепенно интегрируем, как раз таки помогаем им освоить, да, развиться. Наша помощь этим странам, конечно, надо. Ну и Швейцарию можно, почему бы нет. Коминтерн, такая надпись. На весь мир скоро будет. Осталось чуть-чуть. И вот эти товарищи умиляют. 22 дивизии. Высадку надо туда замутить будет. Сколько сейчас будет оправдание войны, допустим? 185 дней. Да ладно, уже чуть-чуть осталось, сэкономим время. Что-то долго оно идет. Албания. Энвер Ходжа будет в Албании. Это будет здорово. Угу. Две дивизии. Их даже трогать не буду, их просто обойду. Сюда танками заеду и сюда. Все, они капнут. Достаточно взять тирану. Избавить их от тирана. Не. Мы забираем вас тирану, тем самым избавляем вас от тирании. Тираны. Надо сделать ачивку тирании тирана. Играя за какую-нибудь... Какую-нибудь игру от парадоксов, да или ладно, в какую-нибудь игру за Албанию со столицей в Тиране сделать максимальный контроль над остальными субъектами за Тирану. А что, хорошая идея, довольно неплохая, креативная и довольно веселенькая в определенных интерпретациях. Мы еще понижаем их желание свободы. Потихонечку-потихонечку интегрируем. Жалко, что здесь нет полноценной сортировки. Все, похоронено. Вы похоронены, аннексированы территории. Ну, 6. Ну, давайте это все взять. Почему бы и нет? Да, да, да. Это что у нас? Морской бомбардировщик. Угу. Резина, резина, резина. Резина, резина. Ноябрь, декабрь, январь. Что-то долго я замахался уже. Что там дальше по субъектам? Что там дальше по субъектам? Италия. Италия, компра...
Опа. Дороги нужны итальянцам. Все дороги ведут, конечно же, в Москву. Из Рима даже. Истрию. Да, чего хочет Албания? Албания хочет коммунизм, мы не сомневаемся, мы знаем, что они хотят коммунизма. Наша задача им помочь только. Перу. Да, все-таки обе вот эти земли отдадим. Эквадору! Давай, группа. Ужас. Ладно, хоть тралить. Аман и Иерусалим. А чё, нормально уже жить? Одно еврейское советское государство, другое арабское советское государство. У них даже население одинаковое. Даже можно сказать, что мы тут арабов не обидели, потому что у них-то земли нет побольше. Ну да. Да и в принципе даже странно, видите, по промке тут не отстают им. А, уже даже на равных, я смотрю, по ячейкам. Странно, у них же было все заполнено. У кого-то из них. Дамаск. Почему стали не на Дамаске? Дамаск и стали же. Алеппо. Кастамону. Прикольно, такой форме пирамидки. Еще здесь такую точку. Типа и мы. А, кстати! Треугольник, видите, да? И тут озеро, точка. Типа, мы наблюдаем за вами. We are watching you. Да. Исправленные масонские отсылочки. Вас мы принижать не будем. Вас мы тоже принижать не будем. А больше мы никого не можем, да? Нет, пока не будем. Потом успеем. Пусть пока в статусе присоединенных марионеток. Пока. Пока-пока. Ну правда, я заснуть могу уже скоро. Но это долго, это бесит. Эти постоянные оправдания войн. Ты ждешь. Блин, я говорю, реально весь мир наш. Мы можем вынести на голосование вопрос в Лигу коммунистических наций. Ну или в Организацию коммунистических объединенных наций. ОКОН. Вопрос о том, что надо в Перу принести коммунизм. Да, надо. Все единогласно голосуют. Ну, может быть, эти страны будут против. Ну и чё? Ну, создавайте альянс, объединяйтесь. Быстрее покончим с этим. Нет. Нет, еще раз нет. Не хотят. Очко жимкает. Ну и пусть жимкает. Это их еще раз говорю, не спасет-то. Чё так там? Месяц остался. Месяц. Албанию. Надо защитить от самой Албании. Грецию. Потом Грецию. В Греции все-таки отдадим это, пожалуй, Болгарии. Ну, можно отдать и Болгарии, почему бы и нет. А Грецию заберем, отдадим им ДКНС, почему бы и нет. Угу. Можно столицу Греции уже переносить на ДКНС народу после этого. Ого, почему бы и нет. Удар по ногу. Сейчас нам скажут, что конец игры, да? Да. Вот он самый конец игры. Ну ладно, давайте сводку посмотрим, чего мы достигли за это прохождение. Это будет у нас такой промежуточный предофициальный итог, потому что игру мы продолжаем. Советский Союз остался во главе с Иосифом Сталином, 49-й год. Счет 335, 15-е, что 15-е, я не знаю. Во всемирном рейтинге прохождения 15-е или что? Непонятно. Тут ничего не менялось. Командир беспособность 10-2, участники 75. Это учитывая, что я по-многому на многие вещи забивал. Советский Союз во всем лучший. По игровому счету. А, счет авиации. Ну я говорю, это мы не развивали, это и смысла в этом нет. По счету армии у нас даже большой еще, самый большой счет. Угу. По кораблям. Ну я говорю, мы почти не развивали.
по сравнению с этими странами все равно довольно неплохо. Кстати, где мы? Что-то я вообще нас не вижу тут. Советский Союз, where are you? Ну, где-то есть он, по авиации. Просто я уже как бы смысла не вижу. Мы, конечно, можем сейчас сидеть, тут производить, наращивать. А смысл? Смысла нет, мы все, мы уже победили. Мы не будем использовать эти войска по назначению. Но по количеству фабрик, очевидно, мы лидируем. Ну и по счету территории очевидно, что у нас-то 65. Ближе к нам только штаты. 61 территории, так что прекрасно все. Да, мы продолжим игру. Продолжить игру, но с этого момента почет очков производить не будет. Да пожалуйста, они для нас не так важны. Ачивки, кстати, отключились, нет? Нет. Deploy Anuke. Не-не-не, мы не будем. Даже ради ачивки не будем. Так что, наверное, ачивки не отключились, кстати. Так что просто счет не будет происходить. Почет счета. А смысл? Мы лучшие, мы первые. Это главное. Угу. Очевидно, что весь мир наш. Угу. Сейчас быстро вернемся с Албании. Румынов, точно румынов. Ну, а, наверное, фабрики уже не нужны, дороги нужны. Это Болгария. Какая разница? Ну давайте побыстрее. Чисто потрались. Типа. Сейчас быстро разберемся с ними. Исландию мы сегодня принесли коммунизм? Нет, нет. О, не помню. Я помню, что мы сегодня начали с Колумбии, с Венесуэлы, со Швейцарии. А я правда уж не помню. Ну ладно. Думаю, это не так критично. Угу. Ну, хоть что-нибудь качайте, чисто от балды. Давайте, давайте, давайте. И 16 января. Какой хороший день, наверное. Это не точно. Италия, 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 Италия. Да, наверное, длинная часть вышла, наверное, не надо было дожидать этого. Ну, раз уж начали. Это будет быстро, без потерь. Потерь нет. На фабрике стоит. Какой-то гигант, блин. Оп, 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 на трубу присел. Ладно, ладно, но это смешно. 18 ячеек, ну, больного рода. Ну что? Мирно! Смирно, смирно. Тридцать первое, тридцать первое, тридцать первое, тридцать первое. Что тридцать первое? Так что угодно. Что угодно. Кому угодно, никого. Трансильвания. Трансильвания. Опа, опа, опа! Так. Перу. Так,
Черногорию, но они обязательно призовут. Сейчас быстро это все будет. Так. Готов. Они уже в атаку пошли. Молодцы. Готов. Зачем вы их атакуете, придурки? Дауна. Кого вы призывали? Дайте угадаю. Монголия. Погиб 40 человек, и у них 149. Зачем они их убили, я не знаю. У нас так делают, нас не атаковали даже. Ну да ладно, я говорю, туристы переехали в Албанию. А он кого-то призвал, блять, мы уже победили, нахрен. Ёб. Тупые дауны, вот просто тупые дауны. Зачем? По приколу типа, да, типа весь мир коммунистически сплотился против бедной беззащитной Албании, да? Дебилы, про... Вот они, да, вот они помогут бороться с Албанией, да, конечно. Где Албания, где они, да. Типа головой думали. Ну там должно пройти некоторое время. Ла-ла-ла, давайте. Нет, еще один день, ну ладно, последний должен быть уже. Потому что Албания уже капнула. Давайте. Да. Нет! Вы что, убили? Кого можем упустить? Вы нас обманули, да? Чего нового не было? Попали, добро пожаловать в комментарии. Все просто. Социалистическая республика Албания у нас появилась во главе с Энвером... Чё, блядь? С Исмаилом Канушевки. Почему не с Энвером Ходжи? Раньше был Энвер Ходжи, может они поменяли что-то? Ну и в реальности был Энвер Ходжи, ну ладно. А вот Шашат плюс при власти плюс 15%. Вообще хороший чувак, хороший белка, потому что это не плюс 15%, да? Коммунизм, сталинизм, варпа Албания, сталинизм, круто. А кого пропустить можем? Пошли в жопу. С объединенными провинциями не буду ехать. Внимание! Спасибо за внимание. С Грецией границу. Ну и линия наступления куда-нибудь в Афины. Это уже будет следующая часть, как вы понимаете. Да, коммунизм шагает по миру. Это хорошо. Ну что, мои дорогие друзья, на связи была МК Баски, и мы сегодня с вами вновь продолжили играть интересную, прекрасную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру довольно неплохую и интересную под названием Hearts of Iron IV. Это баланс уже какая? 18-я, как я сказал. Вот, если еще не буду часть. И чего мы с вами достигли? Первое, мы принесли коммунизм в Венесуэлу, в Колумбию сегодня, вот не помню, Колумбию надо посмотреть, по-моему, проверить. В Эквадор 100%, в Албанию и в Швейцарию. Осталось еще чуть-чуть. На Балканах Греция, потом арабы, потом вот эти три страны, ну и вся вот эта вот Южная Америка плюс вот эти три страны, то есть, по сути дела, ничего. Ну что, мои дорогие друзья, с вами была МК Баски, и мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, увидимся в следующих видео на нашем с вами старом добром консервативном канале. Всем пока!